И продолжаем выпуск. Самарские полицейские задержали второго подозреваемого в жестоком избиении Дениса Ильина, сотрудника департамента потребительского рынка администрации Самары. Напомним, 6 марта на чиновника напали неизвестные, когда он вышел из здания департамента. Они нанесли мужчине несколько ударов и скрылись. По версии силовиков, нападение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Он курировал вопросы сноса незаконных торговых точек. Одного из подозреваемых оперативники задержали на прошлой неделе. Второй, по данным правоохранителей, покинул область и был объявлен федеральный розыск. Как установили позднее, он собирался вернуться в Самару. Задержали его сегодня. Для этого пришлось провести целую операцию.